Сапкина, Ситникова, шахматистка в Ленинграде довольно известна. Она начинала свой творческий путь в далекой Воркуте, где жили ее родители, где она родилась, по-моему, в Воркуте. И самое интересное, что вот этот маленький горнявский городок выбрал двух женщин международных мастеров. Это Нина Михайловна Ситникова, Селоткина и Ирина Вильнер, жена будущего гроссмейстера Юдасина, Леонида Юдасина, который тоже жил и творил в Петербурге, потом эмигрировал, сначала в Израиль, потом в Соединенные Штаты Америки. Сейчас я не знаю, даже играет он или нет, но выпустил две книги, по мнению специалистов, говорящих о том, что немножко шахматы повлияли на умственное развитие человека. Но такое бывает, потому что, знаете, шахматисты, многие великие заканчивали далеко не за шахматы свою творческую жизнь. Нина Михайловна с детских лет увлеклась шахматами. И здесь надо сказать доброе слово о ее родителях, которые поддержали. Она начинала играть вместе со школьниками, которые были постарше ее на 2-3 года. Может быть, то, что она с детства начинала так играть, воспитало в ней отсутствие боязни старших ребят, старших девчат, старших мальчишек. И после того, как она приехала в Ленинград, она поступила в секцию Дворца пионеров имени Жданова к известному тренеру Владимиру Григорьевичу Залу, который отличался очень твердым таким характером, но был большим специалистом, надо отдать ему должное. Нина Михайловна занималась у него несколько лет, но потом так получилось, что не то конфликт произошел, не то что-то еще. Еще раз подчеркну, что с Заком очень трудно было находить общий язык. Может быть, у всех шахматистов тоже непростые характеры. Может быть, что-то там случилось. В общем, творческий союз был нарушен. Но уже тогда Нина Михайловна, тогда Нина, естественно, успешно конкурировала с ребятами ее возраста. И даже постарше обыгрывала их. В то время это было довольно крупным достижением, потому что тогда занимались во Дворце пионеров многие мальчишки, которые стали потом известными шахматистами, в частности, Хлифмо. Тоже наш земляк Александр Хлифмо занимался. Кстати, он по нашей просьбе в книге вспомнил былые годы юности и написал несколько слов для этой книги. Значит, когда мы собрались и решили, я предложил тогда, я говорю: Нина, есть у тебя материалы, архив какой-нибудь, семейные фотографии, фотографии соревнований? Она говорит: да, есть, но в таком порядке, что не знаю, найду ли я их там на балконе. Я говорю: ну ты попробуй, поищи, потому что все постараюсь это посмотреть, и что нужно, что пригодится, использую, намечаю на книге. Она принесла мне архивные фотографии, записи, свои дневниковые кое-какие турниры, таблицы, грамоты. В течение 1-2 месяцев мы все это собрали. А потом возникла еще идея, значит, те шахматистки, которые играли вместе с ней, узнать их судьбы, как, что. Но судьба раскидала всех. Советский Союз распался. Значит, появилось много стран. Она, Нина, была и играла во всех этих теперь уже странах, раньше республиках. Поэтому, конечно, сделать это было трудно. Тем не менее, очень многие откликнулись на нашу просьбу. А многих удалось собрать материал через интернет, через знакомых, участников соревнований различных. И получились неплохие воспоминания соперниц, о встречах,
Ниной Михайловной за шахматной доской различные материалы. Я должен сказать, что особое место в книге занимают слова, которые касаются Александра Васильевича Черепкова, с которым Нина Михайловна много лет сотрудничала потом, и он относился по существу с отцовской заботой к ней. Именно благодаря тому, что Александр Васильевич вкладывал в нее все, все силы, все знания, все свое умение, все внимание. Но достаточно сказать, что я не знаю, какой бы тренер стал писать своей ученице или своему ученику, что Нина, ты там кушай то-то, то-то, избегай, значит, кислых щей, не ешь соленого, береги себя, потому что у тебя очень партии важные предстоят. В варианте сицилианской защиты посмотри на пятом ходу, как сыграть. Помнишь, я тебе напоминал? Представляете, читаешь эти строки и думаешь, боже мой, неужели сейчас это вообще это исключено? А тогда партии игрались с откладыванием. 2,5 часа на 40 ходов, это значит 5 часов напротив друг друга. И потом еще полчаса до конца партии. Или полчаса еще на 20 ходов, а потом откладывать. Если кто бывал в Ленинграде тогда, в районе улицы Желябова, метро уже тогда еще не было метро, потом оно позже стало метро, могли, проходя, слышать только. Я вот дурой там зря пошел, конем там пешку отдал, что? И причем это шли там десятки шахматистов, и со стороны можно было, я сам даже улыбался, идем вдвоем, вот он мне рассказывает, Карасев, в частности, Владимир Иванович, ну как это я просмотрел, надо пешкой было брать, я слоном взял, и все, я говорю, слушай, смотри, и там об этом говорят, только про другую позицию, что надо было конем взять и отступить. Могут подумать, что это сумасшедшие идут шахматисты все рассуждают, потому что тогда все шли по Невскому и только шахматные разговоры. И играть в то время было очень тяжело, потому что 5 часов без откладывания – это трудные партии всегда. А если с откладыванием еще, это после еще добавьте час, 6 часов, и потом еще откладывание в один день определенный, назначался день доигрывания отложенных партий. Поэтому нужна была, конечно, физическая подготовка, хорошая и психологическая подготовка, на которую особенно обращал внимание Александр Васильевич тоже Черепков, его тренер. Именно благодаря ему Нина Михайловна добилась таких крупных успехов. Но почему, вы можете спросить, почему вот названа книга «Самые титулованные»? Хотя в ее активе, я должен сказать, 6 побед в чемпионатах Ленинграда среди женщин. 6 побед – это очень здорово, это много. Потому что тогда, пусть на меня не обижаются нынешние шахматисты, но не сравнить по классу игры того периода, когда выступала вот в этих соревнованиях Нина Михайловна и ее подруга Елена Быстрякова-Белова, которая тоже шестикратная чемпионка города. Больше удалось только быть чемпионкой города Борисенко, когда она выступала за Ленинград, и Людмила Рубин. Шахматы являются, вы знаете, одним из тех видов спорта, в котором можно стать чемпионом города, допустим, в 20 лет, и повторить свой успех, свое достижение через 30 лет. Ни в одном другом виде спорта такое невозможно. Ну, может быть, возможно еще в шашках. А в легкой атлетике, в баскетболе, допустим, в коллективных видах спорта, это невозможно. Даже если тебя возьмут там, на одну игру, на все матчи, просто не хватит человека. Физически не хватит. Крупные успехи к ним пришли. Почему самое титуло? Крупные успехи пришли, как ни странно, когда она достигла возраста сеньоры.
Представляете, вот возраст сеньора, и она стала выступать в соревнованиях, позволяющие встретиться за доской с теми гроссмейстерами, которые уже стали гроссмейстерами, и многими международными мастерами, с которыми она играла в юности, в годы молодости, соперничала в различных соревнованиях, в чемпионате Советского Союза, в частности, в полуфиналах, в различных турнирах общества, в международных турнирах. И, конечно, вот эти встречи сейчас очень символичны в том плане, что у каждой шахматистки, и шахматистка в том числе, они знают, что вот если встречались мы с вами, допустим, с кем-то, 5-6 часов играли, мы уже запомнили эту встречу на всю жизнь. Поэтому без труда узнаем через 20 лет, что, да, ну, конечно, мы играли. Вот. А если фамилия знаменитая, то это вообще ничего не понимает. Конечно, узнаем. Нина Михайловна за эти годы, после того, как она вступила в клуб сеньоров, выиграла 3 чемпионата мира в составе сборной команды России. Это колоссальный успех, хотя бы потому, я должен сказать, что очень много женщин у нас в гроссмейстере. А Нина международный мастер. И тем не менее ее в команду брали. Брали в команду москвичи. Гроссмейстер москвичи сами предлагали ее кандидатуру, потому что ее бойцовские качества, ее отношение к сопернице, отношение к команде, все способствовало тому, что это командный игрок. И поэтому она ни разу не испортила результатом показания сборной России. Вот я вам скажу, что последний чемпионат, ее 3-я золотая медаль на чемпионате мира, это было в Чехии в прошлом году, в феврале. Ну, все здесь помнят, наверное, что февраль это как раз разгул пандемии, эпидемии этой коронавируса. И получилось так, что уже было здорово, что они поехали в Чехию, где по сообщениям печати и телевидения там уже намечался просто аврал. Положение было тяжелое. Организаторы еще продолжали думать, что турнир завершится, но обжились. И пришлось им из-за того, что там наложили карантин, пришлось им завершить турнир раньше срока. Вместо 9 туров они провели 7. И по результатам 7 туров определили чемпионов и призеров соревнования. Наша женская сборная оказалась первой среди женских коллективов, а играли они и с мужчинами одновременно. То есть это не был турнир по швейцарской системе, который вот обязательно с женской командой. По количеству очков попадались и мужские сборные, и женские, но наша сборная оказалась лучшей. И вот 3-я золотая медаль, я не знаю даже, я потом звонил, не сразу дозвонился, Нина Михайловна когда вернулась, я говорю, как тебе удалось выбраться так? Ну да, закончили турнир, обратно, ни самолетов, ничего. Но добрались они как-то все-таки, вернулись в Ленинград, Санкт-Петербург теперь, и все в порядке. Это 3-я золотая медаль. Позже она выиграла звание чемпионки мира по блицу всеми семьей. И так как не было следующего чемпионата, она остается чемпионкой мира по блицу, как, собственно, и чемпионкой России среди женщин, которые она выиграла сразу же в первом чемпионате России. Хотя там соперницы тоже были приличные. Я вам должен сказать, что почему, вы можете спросить, почему вот Нина Михайловна не гроссмейстер? Я вам должен сказать, что она по игре, по уровню игры, в лучшие годы расцвета, конечно, была гроссмейстером. И она выполнила норму гроссмейстера один раз, и засчитали, второй раз засчитали, а третий раз норму сначала засчитали, а потом Международная Федерация ФИДЕ
отменила этот турнир, решила, что там нету главного международного мастера. И Нина Михайловна не присвоила. Конечно, Кирсан Николаевич Любжинов, который был тогда президентом Международной шахматной федерации, мог решить этот вопрос, как говорят, в одночасье. Поднять трубку, один звонок, и все бы было нормально. Ну, он, видимо, не захотел этого сделать. Нина Михайловна много лет спустя на чемпионате мира, когда она возила уже своих воспитанников, вернее, на первом турнире в Минске в 17 году, и была у нее встреча с Любжиновым, она, конечно, поскромничала и не напомнила ему об этом, не сказала, как это так, не хорошо поступить. Но, тем не менее, уже возврата к этому нет, и получается, что у Нины Михайловны один путь. Выиграть чемпионат среди сеньоров, среди женщин. Если ей удастся занять первое место, то она автоматически получает гроссмейстерство. Только за первое место. За второе и третье, ну, призы она, естественно, получает, кто занимает второе и третье место, но без звания гроссмейстера. У нас в Петербурге теперь из выступающих соревнований только Светлана Васильевна, фамилия, как матушка? Медников. Светлана Васильевна Медникова выиграла такой чемпионат и стала гроссмейстером в 15 году. Хотя, как говорят, шахматистский состав был послабее. Но как бы то ни было, она выиграла и стала гроссмейстером. Если Нина Михайловна удастся этого добиться, то она тоже будет. Правда, Светлана Васильевна Медникова, она чуть постарше. Так что у Сироткины, Ситниковой еще много времени есть, чтобы в этом плане добиться. Международные встречи. Нина Михайловна тоже участвовала во многих международных турнирах. По-разному они складывались, но одна характерная черта. Нина Михайловна, к сожалению, не всегда удачно проводила решающие партии. Не всегда удачно. Она в одном из чемпионатов Советского Союза за три тура была лидером. И мало кто сомневался, что ну, если она не будет чемпионкой Советского Союза, то в числе призеров-то точно. Она ухитрилась проиграть две партии. И отбросил ее сразу там. Дележ 5-7 места. То есть вот в решающий момент сдали нервы, очевидно, все-таки. Но это повторилось еще и на чемпионате мира среди ветеранов сеньоров, к сожалению. Она сама понимает это. Сама понимает и, конечно, старается избавиться от этого страха. Но это легко говорить, что на том шахматом, да и с любым другим видом спорта. Если прыгаешь в высоту, допустим, и знаешь, что надо обязательно взять 2.20, за спиной у тебя соперник, который легко берет 2.25, конечно, начинаешь нервничать, и это сказывается. А в шахматах особенно. Если накануне проиграл партию, то мозг крутится, просыпаешься, если спишь плохо, потом думаешь, боже мой, что сегодня играть, надо забыть. Ботвинник, кстати, говорил, что нужно быстрее забыть проигранную партию и настраиваться на новую. Не всегда это получается. Не всегда это получается и у героини этой кино. Но это тот недостаток, который, я думаю, она все-таки преодолеет. Потому что командный турнир, чемпионат мира показывает, что там она решающие партии проводит хорошо. А выступает ведь нередко на первой доске. И говорят, ну знаете, в командных соревнованиях часто бывает так, что кто-то не может играть против определенной соперницы. Ну, у нее неудачно складываются партии. Тогда происходит замена, ее сдвигают. И на первую доску сажают, допустим, Нину Михайловну. Она и на первой доске удачно играет. То есть ее заслуга в том, что она
может играть на любой доске в интересах команды. Почему ее берут в команду? Не только за то, что она хорошо играет, а за то, что она будет оспаривать, что я вчера играл на первой доске, а почему вы меня сегодня сажаете на вторую доску? У них в команде такого нет. Понимаете, у них все взаимопонимание в этом плане, чтобы только добиться успеха и комитета. И команда, они молодцы. В личном первенстве, вот когда у нас был чемпионат, помните, чемпионат мира по блицу, и Рапиду был в манеже. Это 18-й год. И Нина Михайловна буквально накануне этого чемпионата получила травму. Причем не просто травму, упало что-то сверху, понимаете. И тем не менее, она все-таки решила сыграть в этом. Конечно, вот это только уже фанатизм такой, представляете. Конечно, тут на что-то было рассчитывать. Я тогда подходил к ней после партии, я говорю, ну как ты? А, пять. Ну а что ты надеялся? Конечно, тяжело играть после такой травмы. Но тем не менее, все, значит, сыграла, наверное, сыграла, поделялась там со мной, поговорили, там много очень встреч было. И естественно, и партии. Почему мы решили вот грамоты и фотографии поместить? Потому что одна грамота уже дает представление о том, что Нина где участвовала и какое место заняла. Уже не надо писать ничего, понимаете? Таблицы — это само собой. Ну и партии. Партии, конечно, нам очень помог Сергей Ионов, наш питерский гроссмейстер, известный шахматист, тренер. Он перелопатил клуб Ленинградского, мы смотрели несколько человек в партии, отбирали, набрали все. Рассмотрели лучшие партии и Михаила Кирилловича. Как бы здесь еще не закончилась страница, потому что я думаю, что впереди у нее есть еще много соревнований. Эта пандемия закончится, и будут снова и чемпионаты мира командные, и такие турниры, где она может принимать участие. Сербия, допустим, проводит турнир женщин-гроссмейстеров, где выступают бывшие советские шахматистки, в частности, Рубников-гроссмейстеров. То есть будут турниры, в которых она может выполнить многие гроссмейстеры. И мне думается, что вот я заканчиваю на этом, что в надежде на то, что все-таки когда-нибудь мы станем свидетелями в ближайшие годы Нины Михайловны, Ситникова, Сироткина станет международным.